Привет, друзья! 35-летний Константин Крюков, наследник знаменитой актерской династии Бондарчуков, со своей первой женой Евгенией Варшавской познакомился в 18 лет. Поговаривают, что молодых людей свел папа девушки, Вадим Варшавский, миллиардер, депутат и совладелец холдинга «Русский уголь». Прежде чем пожениться, Евгения и Константин встречались 5 лет. Притом Крюков совсем не собирался связывать себя узами брака, но когда выяснилось, что Женя беременна, Костя был вынужден отвезти возлюбленную в ЗАГС, чтобы не навлечь на себя гнев ее отца. Так, в 22 года Крюков стал женатым человеком. 7 сентября 2007 года у молодых супругов родилась дочь. Девочку назвали Юлия. Казалось, появление ребенка должно было укрепить семью, но вышло наоборот. Пока Женя сидела с малышкой дома, ее муж пропадал на тусовках. Варшавской быстро надоело терпеть измены мужа, и через год после рождения дочки супруги развелись, но ради девочки сохранили хорошие отношения. Более того, когда в 2013 году Константин женился вновь, бывшая и новая супруга быстро подружились, и теперь девушки поддерживают хорошие отношения. Сейчас дочке Константина Крюкова 12 лет. Несмотря на то, что артист регулярно общается с девочкой, он предпочитает не показывать наследницу. На странице актера в Instagram не найдешь фотографии с дочкой. Однако в конце прошлого года Константин Крюков впервые решил вывести дочку в свет и пришел с ней в кинотеатр «Октябрь» на премьерный показ комедии «Холоп». Там Юлия и Константин сфотографировались на красной дорожке. Многие сразу же отметили, что девочка лицом больше похожа на мать, чем на отца. А вот красивые вьющиеся волосы она явно унаследовала от папы. У Юли, как и большинства ее ровесников, есть свой блог на YouTube, где она выкладывает разные видео. Бабушка актера Ирина Скопцева говорит, что девочке очень повезло с родителями, которые положительно относятся ко всем ее начинаниям и творческим экспериментам. Например, когда 12-летняя дочь Константина и Евгении покрасила волосы в ярко-оранжевый цвет, они не стали ее ругать, а придумали ей ласковое прозвище «Морковка». Напомним, Константин Крюков родился в творческой семье. Его мама, актриса Елена Бондарчук, была дочерью знаменитого советского актера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скопцевой. Дядя Кости, небезызвестный актер и режиссер Федор Бондарчук, дал племяннику хороший старт в кинематографе, пригласив его на роль в своем фильме «Девятая рота». Сейчас 35-летний Константин – востребованный актер. Кроме того, у него есть свой ювелирный бизнес, ведь Крюков окончил американский университет и, как отец, получил специальность гемолога, специалиста по драгоценным камням. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.